привет! Привет! Мы только что зашли в эколавку, взяли себе по кофе. Первый раз решили попробовать его там. Эко-кофе в эколавку. Да, очень вкусненько. Да еще мы сегодня едем забирать наш компьютер. Мой брат его чинил, и мы ему купили, он сейчас на диете, он худеет, качается, и поэтому мы ему купили конфет без сахара в эколавке. Сейчас мы едем в центр, немножко там погуляем, а потом поедем за компьютером. Наконец-то Катя сможет нарисовать новое интро. Да, и возможно даже вот в этом выпуске уже оно будет, а может завтра тогда. А может вообще не будет. А может уже не будем менять, пусть будет такое уже. А, мы зашли в ЦУМ в центре Киева. Да, я здесь вообще никогда не был. Они закрыли еще его на ремонт. Сколько он строился? Ой, какой-то долго. Че, прикольное место. Я приятно удивлен. Очень, очень даже похоже на, знаете, на Эль-Кортенбрес. Мы зашли в детский магазин, и мы нашли робота, но не точно такого же, как мы собирали на парк, но чуть-чуть другого, и он стоит 9000 гривен, то есть его 300 евро. 300 евро. То есть тот, которого мы собирали, где-то 200. Ну он клевый. Там даже можно отправлять им со смартфона. Смотрите, это наша собака Аврора. Аврора, косточка. Аврора, косточка. В общем, мы уже прошлись, очень круто здесь, мне очень понравилось. Если вы будете в Киеве, если будете возле ЦУМа, зайдите, очень прикольно. Все очень стильно, очень все продумано, много прикольных магазинов. Там есть фудкорт, и там очень прикольно. В общем, погуляли по ЦУМу и купили мне курточку. И нашли. Там в Levi's магазине, там очень хорошие сейчас скидки, там 50% скидки на курточку. Прямо как в Испании. Да, очень-очень хорошая цена, реально. Там эта курточка, кстати, она там против ветра, против воды. Ну да, вообще против всех она, короче, такая не очень дружелюбная. Это сейчас мы еще немножко погуляем по центру и будем ехать домой. Мы идем уже в гости. Дима в новой куртке. Помните, я говорю, что я не хочу черную курточку? Да. Да, мы в Левайсе купили. Мы сейчас идем за компьютером к моему брату, и мы ему купили подарочки. Конфеты с кедровыми орешками. Это лизочки от тролля. Второй тролль. Это такие конфеты. Со стевией вместо сахара. Птичье молоко называется. Еще такие конфеты. Шоколадно-апельсиновые. И еще такие. С чем они? С фиником и рисом. А еще мы заскочили в KFC, потому что у Димы срывала крышу, он сильно хотел дабл чикен. Срывала крышу? Вау. Попустила? В общем, здесь Катя еще наводит порядочек. Я недостаточно красивая. Да, вот она пришла вообще не так. Недостаточно, она красивая. Не фотографируйте. Нельзя камеру. Да. И лицо похоже на индианскую такую. Супер. Немного глаза вот мешают, но нормально. Я знаю, их не открываю. Лиза, когда будет готова? Через 8-5 минут. Косички такие. Через 8-5 минут. Хорошо, засекаем. Лиза, еще долго? Еще 4 минуты. Я уже тут полдня провела в салоне. Надеюсь, я понравлюсь. Дима, ты тебе понравишься? Пока ты шикарна, не знаю, что будет дальше. Косички много только будет. Красота будет. Класс. Чтобы я потом эти косички не забрала с собой домой. А поскажите, пожалуйста, а какой образ вы создаете? Образ
образ индианки. Индианки? Индианки. А почему, что вас вдохновило создать такой образ? Потому что она очень похожа на индианку. Ага. На индейку. Нет, на индианку. Какую еще индейку? Индейка — это баба, она очень похожа. И мама, да, мама на индейку похожа, я согласна. Подожди, еще не фотографируй. Подождите, подождите, совсем забыла кое-что. Что ты забыла? На повязку. Все, готово? Готово. Ух ты. Спасибо, Лиза, что ты сделала. Из Кати такую красавицу. Аплодисменты. А можно я сниму твои тапки? Они такие классные просто. Класс. Это от динозавра, да, ты взяла? Да. Класс. Они от волка? Да, от волка. От волка? От волка. А где ты нашла? А ты нашла волка и забрала у него его тапки? Нет, я забрала у него ноги. А его... И он что, теперь без ног? Да, его похоронили. Без ног так и оставили? Да, такая черная история. Ну, зато ты взяла ноги, правильно? Да. Ну, отлично, молодец. Вау, Дима. Вау, ты мой король. Подожди. Вот это вот. И подождите еще. Ждам. Ты расскажи, главное, чтобы взять волосы. А ты расскажи, какой у меня образ. У тебя образ индианца Рудей. Рудей? Вау. Рудей индианец. Ты же говорила, что я буду германским королем. Ну да, король. Ну да, король, какая разница какой. Я имела в виду. Готова? Да. Супер. Король и королева. Лиза, сколько стоит? Сколько с нас? 38, подожди. 38. 38. Какие у вас тарифы? По-божески. Смотрите. Беру вот так. Что вы сделаете? Лиза, что это лучше? В яблочке? Нет. На коне в яблонь. Давай, может, как-то зафиксировано. Дима, ну помоги тоже. Ты слышишь, что мне лоботомию делают? Вау, ты такой хиппи. Супер вообще. Подожди, еще. Чего-то не хватает здесь. Заколки. Заколки, да, какой-то? Я же смотрю, заколки не хватает. Вроде все нормально, а заколки нет. Не, не тот посмотрит. Вау. Лиза, можно я так домой и поеду? Брутальный такой король получился. Нужно снять этот блин. Все, или что-то еще? Нет. А, еще? Что? Плохо наш пластилист знаешь. Может, ты мне сразу пластическую операцию сделаешь? Нет. Нет? Поработаешь над образом сначала, да? Ой, супер. Дима. Я бы еще с весельками, Лиза, что-то добавила. А какие весельки? У меня нет никаких весельков. Мишку. Мишуньку. За ухо. Все, теперь по-настоящему. И у меня весельки. Нет, я хочу сама. Ну тогда. Мы уже дома. Да, смотрите, кто здесь у нас. Он маленький. Ну хороший. Это она про меня. Нет, это не про тебя, это про компьютер. Чего ты, блин? Ну хорошенький. Ну, почини. И я сейчас рисую картинку. Я сегодня ее закончу точно, потому что у меня много работы оказалось. И я закончу ее завтра. Завтра, я вам обещаю, будет влог с другой уже вставкой. Все, на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что нас смотрите. И до завтра.